хорошо, говорят, выкручивается, но идет горы. Так. Ну как ты будешь проверять, на аккумулятор будешь ставить? Нет. По сопротивлению посмотреть. Ты можешь и не выкручивать, блядь, посмотреть там. Да? По сопротивлению. А так тебе надо смотреть, как они это самое. Разогревается эта красная или нет? Ну да. Ну вот я сейчас дрючу и уже выключу. Посмотрим. Да если бы здесь постоянно было бы, тогда да, тут прерывисто. Так, что мне нам надо? А, давай сначала посмотрим эти, с давлением, что у него. Так. Чуть-чуть печку. Датчик включу. Давления, топливно. Топливно. В чем? В коллекторе. Обороты. Напряжение в сети. Что нам надо еще? Свеча накаливания. Команд. А нормально ехала? Да. Едет хорошо. Так, вырубаем. Еще и евро 5, ёпт. Ну у него в пьезо форсунки, наверное. Угу. Надо остудить его и смотреть, что у него в рампе горит. Так, заводим. Четырнадцать и два зарядка. ЭГР заработал 320. Так, до этого не доебаться, блять. Так. Свет. Вообще выключается. Да, не выключается здесь. А вон видно, смотри, вон это. Да. Выключил. Габариты якобы, блядь. Так, погнали.
16 самый дешевый нашел. По компьютеру показывают, что их 3 не работает, но я думаю, что если 2 купить, 3 из 4 будут работать, тогда будет заводиться. Но 119 самый дешевый я нашел, так 158, 174. На Аэромоторс на складе там 8 штук есть. Ну Женя говорит, да. Ну Женя говорит, у нее этот модуль есть, как бы, который, ну, что если мы Жене-то можно сделать? Сбросить, что-то перенастроить, этих модуль свечей. Ладно, давай, это сейчас какие-то будем, датчики поедем. Импульса на них стоят или что-то там, датчики какие-то, короче. Ну приедешь, увидишь. Может просто к Вахуру нам еще с тобой съездить. Надо, видишь, и хотя бы, ну, все говорят, я интернет посмотрел, что именно эти свечи, похуй, сколько лет стоят, они именно на теплый двигатель очень хорошо выкручиваются. И может попробовать их выкрутить. У меня есть ключи от гаража с собой. Посмотреть конкретно. Но на них ставят два варианта. Без датчиков и с датчиками. У нее вариант вот. Северный, сука, с датчиками импульсов, потому что финская хуйня. Ну а как ты, там провода совсем разные. Да. У них колпачки проводов совсем разные. Ну, 119 я на Аэромоторсе нашел, может к Вахуру можно подъехать, может они что-то где-то еще найдут. А? Свалки? Да, Лёш, нет смысла покупать со свалок такие нахуй вещи. Это надо объезжать, Лёх, смотреть по свалкам, у кого такие, не такие. Ну да, ну подъезжай пока сюда, тут порешаем. Да, давай. Откроем. А латыш так и не перезвонил. Да. Латыш или литовец? Латыш. А я говорю, ты почем на 165 доставка? Это я хуйню сюда погнал. Угу. Знаете, я говорит, погнал. Да. Знаете, говорит, за твои деньги. Это ты в этом Opel насос нашел? Да, сейчас. Это в Opel насос. Это, блядь, пища не пахнет. Говорю, что надо было головку на 12 взять, удлинитель. Ну, ты знаешь, если взяли бы головку на 12 удлинитель, то понадобилась еще какая-нибудь хуйня. Это 100%. Тебе быстро мы меняли? Так, угу. Да, они, кстати, на удивление, кстати, даже Юрка пиздить не пришлось. Он их сам выкрутил, причем, блядь. И сам вкрутил. Колпачки сам снял, резиночку достал круглую. Там ну, резиночку я не знаю, достал он, не достал. Достал, ёптю, давай. Блядь, я не видел этого. Брызнули туда этой твоей чудо-жидкости. И он хуярил, туда лил, я ебу, помяните. Блядь, оно единственное в Таллине осталось, блядь. Нету нихуя, найти как, не как, дефицит, что ли? Вообще нет. Ее в Беларуси, знаешь, сколько у меня маманя сейчас поедет в феврале, можно попросить, чтобы купилась. Где-то в Рашке она ее не было, она там появилась, теперь тут нету. Женек, я тебе открою страшную тайну, у меня где-то лежит баллончик.
Ну, береги его. Ну, я думал, его. Я какой-то пластмассовый купил, блядь. Не пластмассовый, а просто масло какое-то, блядь. Не то. Не то, да. Там один баллончик у меня был у папани. Я его папане отдал, там на донышке было. Смотрю, у папани на столе лежит, блядь. Как этот. Не знаю, почему он тут не прижился, блядь. Хуй его знает. Так, открыть. Все, что ли, с этой. Ну, лучше стало, нет? Ну, сейчас тяжело сказать. А, мы вот что хотели. Мы хотели, блин. Обогрев сиденья. Нет, сейчас на этот. Цилиндр. Под цилиндром. ДР. Посмотрим. А, как по цилиндрам это, да? Ну да, что-нибудь изменилось такое, блядь. О! Двоечка, блядь. Смотри, как все поменялось. А вот четверка. Поменялось на втором. Просто все, да. Ну, уже радует. Угу. Так, четвертый в минусе один. Ну они в минусе. И первый в минусе. Один другой у тебя. Третий ноль. У нас был второй. Вот. Четверка была, сейчас да. Двоечка уже. 2-1, 2-1. Ну я думаю, он выровняется сейчас. Вот один в плюсе должен быть, раз в минусе. А посмотри, что пассажиры-то забиты сколько. То есть видишь, 2 минуса 45. И он 2 плюс дает. Ну, то есть а нормально тот, это, да? Да, он сейчас будет меньше жрать. Так, хуй с ним. А что ты, Юрка, говорил, что там с форсунками надо делать? Какую телодвижение? Никакого. Мы уже сделали. Мы не форсунки, это свечи. Да. Ну, свечи, да. Да, вот Женя все сделал, уже прописал. Так, что нам надо было? Нам надо зайти в модуль, который управляет этим. Подогревами, всякой хуйней, блядь. Сейчас будет орать, блядь. Опять система, блядь, конфликт. А может, не будет. Кузовная электроника, наверное, там где-то. Мне кажется, что сиденье греет, нахуй. Хоть жопа теплая, блядь. Так я ехал на ней, блядь. Надо ланч было взять, блядь, все похуйно. А20 ДТХ. Да похуй, нас двигатель не интересует. О, нихуя себе, что это он, блядь. Одни галочки зелененькие поставил, блядь, сука. Тормозная система. Модуль управления, памяти. Вот сиденье, модуль. Так а у нее, да, они без памяти, ёпта, какая нахуй память. Да копай. Память, может, у нее есть на себе. А что, по двигателю горит? Да по двигателю он показывает, что не тот двигатель. Дизель. Вот тут что? Блок управления питанием, блядь, что за хуйня? Так. Обогрева переднего. И что тут еще? Модуль двери и радио. Тут радио тоже не то, оно должно быть тут ловишь с блютусом, со всей хуйней, тут самое обычное стоит. Вот давай так. Я думаю, что эта вся хуйня не та стоит, и сиденье может не те. Поэтому может, и нет. Может тут кожаный салон. Блядь, таксиста, да. Блядь. Давай, ну, мой. Понимаешь, тогда бы были и двери, Лех. Не понял, блин. А что двери? Двери вон с проставками, блядь, а. Ну хотя, да. Ну давай родной поставим. Давай посмотрим, может, заработает. Не, ну нормально, быстро вы что-то с этой хуйней справились, блядь. Я нашел, как там легко эти колпачки снимать, так чпы-чпы-чпы-чпы. Через секунду. Блядь. А? Шикарь. Леха там заливал нахуй, когда. Да там немножко надо-то всего. А надо. Он говорит, блядь, последний у него израсходует нахуй. О, ради, все да. Ошибки пропали, да? Обогрев не работает. Ну, вот, видишь. Может быть, вообще предохранители надо будет посмотреть. А, не кажется, блядь. Они обычно вдохнут, блядь. Подушка водительского сиденья.
Низкое напряжение, прерывистый. Ну, сиденье выгрелось. Звук изобретения, значит, никакое не подключено, блядь. Не подключено, да? Ну, салон, скорее всего, помененный, потому что 500 тысяч пробега, наверное, был протертый. Сюда воткнули салон, нахуй. Вентилятор, сиденье водителя, высокая скорость, блядь. Водитель обогрев. Ну, водитель, ну, да я сам включаю, как бы. Что, загорелось еще, нет? Не, я как свое включал, но как не грел, так и не греет. Ну так оно выключится, если я его включу, ну нахуй. Нихуя. Какая-то хуйня, блядь. Ну я тебе говорю, тут все, блядь, поменено нахуй. Сборная солянка. Вот это что такое, блядь? Нихуя тут с вентиляцией. Тут кожаный салон должен по идее стоять. А может, да, они нахуй обрубили это все хуям. Не, ну на кожаных стоит вентиляция. Да. Значит, тут кожа стояла. И, она И вот это поменено, вот это вот все, видишь, поменено. Оно даже не в цвет пластика. Видишь, здесь светлый, здесь черный. И у нее здесь Bluetooth, хуйтус с этой хуйни. А у нее здесь нету. Понимаешь? У нее вот это вот фон есть, а как бы, ну... А нажми на кнопку водителя, чтобы обогрел. Спинки, сиденья и подушки еще. Как бы кнопка работает. Да, отзывается. Блок остался старый, наверное. Водитель активно не достигнут. Нихуя. Видишь, и рыли там щелкают. И рыли щелкают еще там. Можно посмотреть контакты, есть вообще. Подушка сиденья водителя, датчик температуры даже есть, ее собрать. Ну, а чтобы жопа тепло сохранилась. Как в Мерседесе, он сам потихоньку да включается, нахуй, блядь. Сам включается. Нихуй, опель отключается. Стоит рядом с Мерседесом, вообще. Эту лампочку же презентовал? Да. Доволен за него? Да, я сказал, правда, что ты ее себе есть? Хотел поставить, нахуй. А другая у меня моргает, одна на сабе, блядь, а другая, блядь, синим цветом горит. Я думаю, он наебнется, тогда я поменяю на пошину. Да. И вообще так лучше, когда синим и желтым, блядь. Да. Ну, лучше дорога. Я сейчас без ксенона стал ездить, с H7, вот этот, который поставил. Я говорю, блядь, у меня со 8 человек 16-го года спрашивает, блядь, чего у тебя за пиздатые такие фары так охуенно светят? Ну, все, вы задачу выполнили. Быстро, кстати.